25 шкафов, суперскорости и уникальная система охлаждения. Вода вместо воздуха. Так и место сэкономили раза в три. Система уместилась всего на 30 квадратах. И ненужную вибрацию вентиляторов удалось убрать. Это чудо-машина едва отметила свои именины, а уже вошла в мировой топ-500 суперкомпьютеров. Здесь его производит действительно много. 24 терафлопса. Ну, как это понять, сколько? Значит, считается, что обычный человек, ну, хорошо тренированный человек, столбик может сделать 2 действия в минуту. Вот такому хорошо обученному человеку понадобится несколько десятков миллионов лет, чтобы сделать то, что этот компьютер делает за 1 секунду. То есть действительно делает очень много. История суперкомпьютеров в Челябинске началась еще в 2000-м. Сегодня электронное дитя для ЮУРГУ уже четвертое. Обошлось 80 миллионов рублей, зато перспективы открывают безграничные. В ВУЗе уже говорят, челябинские предприятия скоро к нему очередь занимать будут. Аппарат с романтичным названием «Скиф Аврора» может смоделировать любую операцию – от плавки стали до аэродинамики. Мы вместе с областной администрацией намерены вот этот процесс приобщения промышленных предприятий вот к этим крупным задачам поставить на такую хорошую массовую основу, потому что этот вычислитель позволяет конструировать совершенные вещи и повысить высокую технологичность вот той продукции, которую мы выпускаем. Операционную систему для «Скифа Авроры» писали наши специалисты. Программы для дальнейшего использования – тоже дело их рук. Власти региона уверены, суперкомпьютер не только с инновациями справится, но и решит проблему утечки мозгов. Программистов в России пруд-пруди, но вот куда применить свои силы, они пока не знают. Александра Мыльникова, Георгий Крысанков, СТС, Челябинск.